Опошні новини Гомельщини у матеріалах кореспондента у телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенка. Вітаю вас. Згодно з даними обласної комісії по виборах президента Республіки Білорусь, за три дні до термінового голосування на участки, які розміщені на території Гомельської області, прийшло крихи більше, як 19% виборщиків. Олег Сенцеро поцікавився ходом виборчої кампанії у Добрушському районі. У вёсцы Крупец Добрушского района выборчий участок разместили у будинку сельского совета. Тут и места хапая, и для насельніцтва зручно. По информации членов комиссии, за три дни проголосовали каля 30% выборщиков. Сами вяскоўцы кажуть, что работа в сельской мясцовости сезонная, и коли есть час, необходимо прийти на участок. До речи, час до терминового голосования вяскоўцы не сапсовали ни одного бюллетеня, что можно лечить еще одним подтверждением. Тут выборчий процесс организован на належном узровне. Никаких вопросов не возникает, выборы проходят спокойно, в спокойной обстановке. Так что, как бы так, никаких вопросов пока у избирателей и по проведению выборов, по организационным вопросам. Все отлично. Настрой, за яким идут на участки выборщики, перш за все залежит от узровню их життя. А тому далеко не опошнее значение мают выники деятельности сельскохозяйственных предприемств. По климатичных умовах у Добрушском районе этот год был непростым, але показчики у основном не горше, чем у минулом годе. У акционерном товариства «Жгунская» лидерами себе не лечить, але и не скардится. Акционерное товариство «Жгунское» Добрушского района – господарка рентабельная. Валовый сбор сборжа с уликом кукурузы на уровне минулого года, на дое молока больше летошних. У Вугли, сдается, причин, как не прийти на выборчий участок, у жахаров агрогородка нема. На участку у агрогородку «Жгунь» зарегистрировано крыху больше 1000 выборщиков. Казать об их низкой активности не приходится. Причем у каждого своя причина принятия дел у выборчей кампании. 86-годовая Мария Крыжановская, узгадывая, каким было житё у вёсы после Великой Отчины, и додає, что не ожидая ничего подобного своим нащадкам. Я в школу не ходила, война была, бушевала, немец. Вот. Матка меня не пускала никуда в школу. Он сказал, куделю прячь, ткач красный. Вот чем мы занимались в то время. Глянул. Тогда в магазинах не было ничего. Процесс голосования у вёсцы мае свои особливости. Перш за все тем, что тут нема чужих людей. После того, как бюллетень опынется у скрини, можно доведаться опошние новины и поделиться с одновязковцами своими клопотами. Шмат кто из их с выборчих участка накировывается на работу у сельгаспредприемства те на присядибные участки. Тем больше, что надворье сприяя проведению работ. А вось 11 кастрычника, кажуть, при любым надворье, яны обовязково зробить себе выходные. Тем больше, что на гэты день по всей Гомельской области запланованные масштабные культурно-забавляльное мероприемство. Это и, допустим, белорусские ремесла, это и, опять же, фотовыставка «Красота нашей природы», это и картины белорусских художников и прочее, прочее, прочее. Различные конкурсные программы, причем на любой возраст, на любой вкус. Это и спортивные мероприятия, это и общение с специалистами из различных отраслей. То есть человек, избиратель, перейдя на участок, проголосовав или до голосования, он может пообщаться со специалистами, допустим, медиками из жилищно-коммунального хозяйства, с нотариальными специалистами и задать любые интересующие их вопросы и, естественно, получить определенные ответы. Так что, в принципе, придя на избирательный участок, можно провести там целый день. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Добрушский район. Протягиваем выпуск. Черговая телефонная размова с жыхарами региона у похвалючих их пытаниях отбудется завтра. Представники выконавчей улады проведут прямые линии. С 9 до 12 годин у Гомельским областным выконавчим комитете на пытание жыхаров в области будет отказывать первый наместник старшини облвыконкама Александр Владимирович Максименко. Номер телефона 75 12 37. У Гомельским городским выконавчим комитете прямую линию проведет первый наместник старшини Павел Евгенович Паулов. Звонков от гомельчан чекают по номеру 75 19 84. Как и завсёды по субботах, прямые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. Сегодня отзначается Сусветный день пошты. Это штогодовое международное свято, которое было усталявано Сусветным поштовым союзом у 1969 годе. На Гомельщине свою профессийную урочистость означают больше, как 3000 супрацовников. У состав гомельского филиала РУПУ «Белпошта» уваходит 21 районный вузел поштовой сувязи и головное подразделение. У сучасных умовах життя и экономики поштовая сувязь находится у бесперапынным процессе развития и досконаления
своей системы. Гомельский филиал РУП «Белпошта» надает великую вагу автоматизации вытворчих процессов, повышению эффективности работы, якости послуг. Між тим, каб у век электронных технологий поштовая служба не губляла своей актуальности и заусёды трималася на плаву, предприемствам проводятся разные цікавые акции, мероприемства и укороняются новые виды послуг. Почта оказывает услуги сейчас не только в отделениях связи, но и на дому или в офисах. Мы можем предоставить услугу почтовый курьер. Это прием документов и товаров в офисе, на дому, их упаковка, адресование и различные другие дополнительные услуги. Данная услуга пользуется все юридические и физические лица, могут отправить как экспресс-почту внутри республиканскую, так и международную. Посылки, заказные простые письма. И в спорте. Аматоры хоккея стали сведками чергового эпизода супрацьстояння Гомеля и Жлобинского Металлурга у хоккейном чемпионате краины. Команды оправдали все анонсы на конт принциповости и видовищности Полесского дерби. Шмат эмоций, напруженная борьба и цікавая развязка. На гульні побывал Максим Савин. Это Полесское дерби первое в сезоне. Гомель и Металлург в официальных матчах еще не сустракались. Рыси зараз на ходу. Яны отримали 5 перемог запар. На того ж голкипер гамяльчан Игорь Брыкун не пропускает уже 155 хвилин. По выниках первого периода у свой актив он додал еще 20 сухих хвилин. Правда, у некоторой ступени пошанцевало. Соперник даровал ему несколько помылок. Рыси больше атаковали, сталевары гуляли на контратаках. И на 12-й хвилине имели добрую махчимость открыть лик. Мартин Кадлец вырвался на рандеву с Брыкуном, однако шайба после его китка полетела выше ворот. Другий период был подобный на первый. Гульня была ровной. Только майстерство голкипера гостей Павла Шигала выратовало их от пропущенного гола. Спочатку он смог нейтрализовать небеспечное добивание Игора Равенки, а потом и выход на вороты Павла Волчака. В другом периоде болельщики закинутых шайб так само не убачили. Ну, хоккей – самая скоростная игра в мире, то есть ситуацию можно быстро поменять. У третьем периоде команды подтвердили это выказывание тренера «Металлурга». На 53-й хвилине чешский легионер «Металлурга» Мартин Кадлец удало подставил клюшку и открыл лик. Простых хвилины Евген Соломонов зраунял, эффектно переигравший голкипера. Однако одинки горели на табло меньше за 30 секунд. Мета досягая мощный кидок оборонца гостей Артура Коварха. На этом все не скончилось. За 5 секунд до сирены Андрей Глебов перевел гульню у овертайм. Добавленные 5 хвилин отыграть команды не поспели. Капитан Гомеля Эдис Брах Манис сдолел сбегший от оборонцев и поставил кропку в этом матче. Дерби всегда проходит очень упорно и знали, что матч будет непростой. Получился очень хороший матч. Я думаю, что он понравился для зрителей. Как, наверное, сценарий написали такой, держал напряжение до конца. И я хочу поблагодарить команду, то, что она проявила характер. И вроде оставалось совсем мало времени, но хотели отыграться и хотели добиться победы. И, конечно, это большое спасибо ребятам. Получилась скоростная силовая игра. Много ошибок было. Соперник воспользовался ошибками. Мы где-то удачно сыграли, но не дотерпели. Протягнется Полесское дерби уже завтра. На этот раз господарами пляцовки будут жлобинские хоккеисты. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». И на этом выпуск завершены. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам добрых новинов. До новых встреч!